сколько денег в этом году ты потратила на рождественские подарки? В этом году на рождественские подарки я потратила где-то 200 евро. Все вместе с едой, украшениями, где-то чуть больше 1000. 700. В этом году меньше 1000. В этом году мы экономили. Не так много. Раньше всегда тратила больше. В этом году где-то 150 евро. На что ты их потратила? Все потратила на подарки для родителей, друзей и так далее. А что ты подаришь? Подарю сумку, сертификаты и какие-то мелочи. Вообще ничего не потратила. Будет рождественский ужин и все. Хороший вопрос. Где-то 70 евро. Я тратила деньги на подарки и на походы на рождественский рынок. Где-то 150 евро. Пока я потратил чуть больше 100 долларов. Это пока немного. Но я еще и не все подарки купил. Я еще потрачу гораздо больше. Я вообще ничего не потратила. Мы турки, поэтому мы не празднуем Рождество, но это не значит, что мы вообще не замечаем этот день. Мы встречаемся с семьей, ужинаем вместе, но не обмениваемся подарками. Наверное, 500 евро, не больше. И нет, это без подарков. У нас в семье только один маленький ребенок, который получает подарки. На это уходит 50-60 евро. Обычно мы дарим ему одежду или игрушки. А мы, взрослые, друг другу ничего не дарим. Только сертификат. Мне 55, а как меня зовут, я вам не расскажу.